Заплати, чтобы не платить. Такую схему придумали чиновники из Укрзалезницы. Сегодня СБУ вместе с Генпрокуратурой на своей странице в Фейсбуке сообщили о задержании руководства филиала «Энергосбыт» дочки Укрзалезницы. Чиновники в документации занижали объемы электроэнергии, использованной своими клиентами. За это те отстегивали лично менеджерам «Энергосбыта» определенную сумму. А на счета компании поступала только треть платежей. Во время обыска в офисах «Энергосбыта» и в домах подозреваемых сотрудники СБУ и прокуратуры нашли документы, которые, цитирую, подтверждают устоявшуюся систему получения взяток в Укрзалезнице. У одного из горе-подследственных обнаружили почти миллион гривен и черную бухгалтерию. Правоохранители пообещали, что «Энергосбыт» ожидает тщательная финансовая проверка.